Короче, играем в Сталинград по этим же табличкам. В смысле, да? По этим? Да, заебись. Пока тебе так погрузился, сейчас нужно. Да. Да. Я не помню, где вспомнишь. Ну, давай мы на карту решим, хотя первый. Слышишь, Дим? А может Биби... Ой, Дим, а, пиздец. Миша, это, может, а. Биби вообще без огнеметов тогда поедет? Да, да. Только давайте без сраных огнеметов. Ну, блин. КВ будет. Ну, а как же базики? Ну, просто КВ будет имбовать вообще жестко. Миша, как у вас машинки на ман? Не, ну давайте ручные огнеметы. Без ручных огнеметов, как это? Как в Сталинграде без ручных огнеметов? Действительно, когда они... Откалили на болтово, ёпт. Мысли там были. Ты шо? Ну, значит, я не стою. Да ладно, огнемет зимой. У штурмовых отрядов он был. У советских. Не было его. А может вообще... Сказал бы, чего там не было. Но ты обидишь. Red Orchestra, Heroes of Stalingrad. Ау, мы закончили? О, не-не, мы еще не начали, заходи. Местечко есть? Мест нету. 8-8 уже. Тогда стрим, похуй. Стримить лобби? Да. Сейчас, респектирую. А все, хост дали лобби. А хост есть? Так, вот, а короче, будет. Вот, короче, мы сидим, да. Вот. А что вы еще не создали, не зашли? Так нет, у нас просто карта лагала. О, привет, чувак. Леон Дегрель. Мужик открыл рот и молчит. Зачем он это делает? Че, блять? Походу вы... У тебя че шиза, блять? Я сейчас скину, о чем говорю. Хост сдали и не подключается. Баня у него шиза. Да. Называйте расстрельную команду. Так, Тим. Пора переходить на СВ. Сейчас кто-то сказал, кто-то лезет. Так, забираю РПК-тку в арме, как бы. Хуй 4, точнее. Лицензия. Так ну что, там Мэн запустил? Давным уже. Хуй мод, хуй 4. Мне что-то не коннектится, хотя я перезаходил. Пинг отрисован при коннекте, все равно не могу, что за бред. Google поиск пытаюсь сделать с телефона. Я знал, что будет стрелять. Сейчас, друж, я тоже в игру перезайду. Я так это на всякий случай пометил. Оно тебе должно было быть. Реально не грузится, что за фигня. Леон Дегрель орёт. Чё орёл, блядь? Подождите, а мы на чьей сервак-то? На Мела или на Энна? Чё орёт-то, блядь? А вопрос, а как вы проверяли работоспособность карты? Мы играли. Ну, типа, вы ботов ставили вместо игроков? А у нас нет DLC, чтобы ботов ставить. Мы просто... Понятно. А как DLC называется? Не, мы просто это... Airborne. Так DLC бы просто бы скачали бы, запиратели бы, скинули. Да ну, нафиг надо, мы просто один на один тестили. Да нет, понимаешь, пехоты. Просто вот так вот, ну, если с ботами, то ты сразу поймешь, выдерживает карта или нет. А сейчас могло произойти так, то что сервер автоматически поставил ограничение, чтобы, ну, лагало умеренно. И даже после кика людей он оставил это как есть. Вы все, блядь, охуительно умные. Ну, да. Блядь, понять не имеете. Что тут вообще происходит? Вы все выдвигаете теории, которые, в принципе, вы все немощи, вы нихуя не можете. Взяли с РВ. Блядь, господи, как вы затрахали. Прибежали со своего ебаного грифона. Ой, блядь, даже тут о грифоне знают. Грифонеры. Аррр. Это кто вообще такие? Блядь, понимаешь? Дракот. Животное с грифона. Стец. А кто это? Что за хуйня? Кто это? Шарим. ЧСВ с западного Берлина. Ой, блядь. Ответочка. Ну так-то да. Считаю, что на западном Берлине играют только самые крутые игроки. Роману Кушниру привет передавай. Восточный. Не-не-не, Кушнир не входит в этот список.
Кушнир, уебок. Денис, короче, все, ладно, нахуй, я не хочу. Кирилл! О, ништяк. Минус один. Кто-то умер. О, заходи, место освободилось. А из-за чего лагало-то? Заходи, заходи. 10 не горите. Я АКС уже запустил. О, вот, а теперь стрим не нужен, жоп, да? Чем тебе это помешает? Заходи, блядь. Саппорти. Он ушел. Почему? Я уже три раза... Он взбесился, имеет право человек. К сожалению. А из-за чего он взбесился? Ёпта, у нас... Вот из грифона. А кто такой грифон? Это птица. Ну, птичка такая. Не, ну то, что это птица, я понимаю, это же игра какая-то. Что это за сервер? Это где-то Discord сервер, не? Это не ваш. Это в Одноклассник группу. Нет, кто может сказать? Его грифон по IP вычислил? Получается так. Плохо. У меня не коннектится. Я так понял, у вас тут вообще своя атмосфера в этом плане. Почему батя спамит? Че он спамит-то? А не охуй соси там. Короче, ты спамит, что-то двигался. Мне тут вижу какой-то шкалотрон. Я ж не делаю так, чтобы, блядь, Менка крашнулась. Я себе хотел, чтобы она крашнулась. Она крашнулась. Ооо, я зашел. Неужели? Чё, мы сейчас опять будем одного человека полчаса ждать, потом выходимся. Правильно! Им приглы. Нял что-то. Не, она не ко мне двигалась, наверное, два часа. Погнали, пух. Такая она в другой, это как там, в другом. О, ледоруб, спасибо, ледоруб. Вот они слева, сверху, снизу. Сверху и вниз. Спасибо. Не, не спасибо. Пожалуйста. Короче, он озверел. Как-то так. Очень злые комментарии пишет человек. Страшно даже. Что с ним случится, да? Я пойду пока чай попью. Запустимся. Можно не только чай попить. Бля, будет смешно, если он сейчас пойдет, а потом не успеет прийти, блядь. АУЕ запретили в России, чувак. Никогда в Казахстане. Что за хуйня? Ну, в Казахстане и в Казахстане. Ну, обидно даже. Я хотел докопаться, но не получилось. Не доебался. Казахи опять доказали, что они сверхлюди. Сверхчеловеки, бля. Сверхлюди. Так, дракон, пожалуйста, это, прыгни на немцев. Кто-нибудь, прыгните на немцев. Почему там это... Ну, а на нас весь Советский Союз прыгать будет, ёпать, надо. То немцы, то... Ай. То немцы. Всё, ребят, идём, да, всё, пошли? Пошли, да? Да. Ура! Наконец-то! Сейчас ну, поиграем 30 минут, а потом вылетим дружно. Нахуй. Сейчас ещё хоста нужно подождать. Ладно, извините за мои слова, наверное, я говорю лишнее. Да не, 30 минут — это заебись. Ну, 30 минут — это целых... Одна вторая часа, а часа... Но мы, блядь, чуть больше часа уже сидим, блядь, в этом бессиме. Зато общаемся. Мы собираемся чуть-чуть. Я сюда вроде поиграть пришел, а не пообщаться. Ну... Хуёво. Не надо. Кто пришёл? А нахуй он пришёл, кикните его нахуй. Мудрец. Что-то всех послал нахуй, вышел и вернулся, да. Не понял. Что это вообще было, ебать, ну ладно. Ну что, мы будем играть? Я подскажу, что чувствую, то, что немцы либо жестко засут, либо изи в чудо нахуй. Майк, бля, будет классно, если... А может в чатике там играют? Ну... Немцы, креативные. Я так не запустился. Немцы. Наверх. Ой, бля. Немцы креативы, еще раз повторяю. Кто там остался? Дегрель пошел нафиг отсюда. Парни, которые... Вот это вот. А мы уже проиграли? Так. Бля, че, зубовки ледоруб? Он в хули не грузится-то? Ледоруб! Где ледоруб?
А че так не грузится? Я в сижу. Я сижу в лобби. Только не рехузится. Да. Понятно, грузимся, отрубаем сервер, ледоруб потерял. Нет, просто кикайте его нахуй и все. Я не понял. Все, давай-ка. Чел, наберешь. Сейчас забей. Рехост без перезахода, короче, сделаем. Он быстренько зайдет, и мы стартанем. У нас правило действует трех рехостов. Мы всегда делаем три рехоста. Если на третий раз не получается, то мы продолжаем играть. Сколько на это времени обычно уделяется? Да какая разница, сколько времени? Обычно много. Полтора часа мы уже почти сидим, блядь. Ничего страшного, блин, мужик, если тебе, у тебя нет времени, то тебя никто не держит. Кто? Ну я пришел поиграть. Ну я прошу прощения, что у нас такие организационные, блин, траблы. Типа, если бы у тебя были какие-то проблемы, то мы бы тебя, возможно, подождали. Я особенно если бы... Ничего подобного. Особенно если бы ты забронировал место. Вот. Так что, кикните одного с их стороны, который не грузится. И гоу-гоу-гоу. Да он сейчас зайдет, алло, он сейчас... Нет, ради... Если его кикнуть, мы, он не зайдет. Если его кикнуть, ему запрет будет на вход, если его кикнуть. В этом беда. Ой, Санта-Барбара. Собственно, ради олдфагов, ну не то чтобы олдфагов, а людей, которые здесь частично ошиваются, блин, мы рехостим. Например, ради инвиза пересоздали и так далее. В том числе в это число входит и ледоруб. Я не знаю, что в последнее время группа так разрослась. Наверное, это к лучшему. Надо вторую администрацию готовить на смену мне. Потому что я уже не всех устраиваю. Later. Жоук, ну забей. Не один день играем. Не только сегодня. Блин, сейчас бы саппорт еще. Не только завтра. Не отставал. Все, ледорубы надо кикать. Не, подожди, вы уже стартанули. Мы стартанули. У меня просто лобби. Все. Теперь обратно. Что обратно? Все, что, просто... Мы загрузились. Я не понял. А ледоруб, ты еще в лобби? Ледоруб, подожди, сейчас секунду. Сейчас я сижу в лобби. Мы загрузились полностью, сейчас мы офнимся, ты и тебя засосет. И мы быстро... Не, думаешь, получится? Да. Не, смотри, я смотрю, типа, вот, все, типа, playing. Я такой сижу в лобби, готов, нажимаю. Да, все нормально. Ты перезайдешь. Сейчас, подожди. Нужно, не теряй надежды. Готов. Ты только готов, нажми это. Сейчас это... Нет, я не готов. У меня галочка стоит. Ну все, короче. Все, короче, трындец. Не, хорошо. Коля не хочет рехостить. Ну все тогда. Не, не хочу портить. Ну вот, саппорте вылетел. Баланс. Не, реально баланс. Не, да обидно, не, саппорт не вылетел, просто обидно. Саппорт не вылетел, вы что? Даже вылететь и может. Сейчас, ледоруб, секунду. Что творится? Драгон, ты где? Я послева тебя прям. О, класс. Я тоже, я получается на правом. Правой этой фигне нахожусь, только толку. Куда они все? Что творится вообще? Бум! Это фанк, все, давай. Че, заново все? А, ледоруб, давай заходи. Так, ледоруб, все, давай. Все, ставьте, готов. Стой. У меня какая-то... Не перезаходите в игру. А нахуй вы поливали? Мне кажется, кого-то уже все достало. Ну, кого достало это? Хоть один на один. У меня штурм вылетел. Так они из диссета не ливнули. Надо перезаходить или не надо? Да, заходи, Джоук, все нормально. Не надо перезаходить. Блин. Так, сейчас зайду. У меня штурм вылетел почему-то. Я нажал, короче, назад. У меня началась игра ваша. И в итоге все крашнулось. Я не понимаю, что происходит с этим штурмом, вот серьезно. Я не понимаю. Я, может, в параллельной реальности от вас нахожусь. У меня вопрос. Что у тебя такое со штурмом? Ну, перезаходить надо или не надо? Нет, не надо. Сиди, как сидим. Все, я захожу к вам, все. Присоединяюсь, коннекчусь.
С третьего раза должно пойти. Вот, все. Ну ладно, я тогда подожду. Они решили, что мы никуда не торопимся. И можно перезайти еще раз. Ну, мы подождем. Later. Что, у них сейчас будет игра, кто первый зайдет, там сейчас креатив не зайдет первым. Инвиз не успеет зайти. Кто вдвоем там не успеет зайти, да? Инвиз успеет. Все идут. Кто-то не идет. Да по-любому. Кто еще остался? Креатив? Кто-то еще один. И саппорт. Саппорт и креатив остались. И все. Креатив и саппорт. Опа, батя. Так. Саппорт и креатив? Да, но тут уже батя успел зайти, так что... Бедный Жоук. Ну вот забронил бы ты место. Пришел бы раньше с... Или хотя бы пришел раньше пиваса с Драгоном, то я бы тебя взял без всяких проблем. Но они пришли вообще еще раньше сбора. Да какую, блин, тебе просто надо нажать на кнопочку одну. Так, все. Жоук. Молимся. Сорян, мужик, вот что вот так вот получается. Как бы я не виноват. Че, Дикерил? Ну в канале исторических просто пишешь под флагом. А Кирилл у вас. А что он не в игре? А он не в игре? Он не пойдет? Коля, а мы сторону что не поменяли? Ну, все правильно сделали. Ну что, мы так что ли стартуем? Сейчас, без Кирилла? Подожди. А что нет? Где? Боже, так, мы уже час 15 пытаемся начать играть. Не, ну подожди, там это креативу-то надо, Кирилла, а то креативу сейчас будет больно без Кирилла. Да? Саппорт. Жоук, если ты ему напишешь... Жоук, если ты ему напишешь, то будет больно. То есть без него мы не стартанем, да? Я не знаю. Сейчас, если он так окажется... Так это креатива, да, спрашивает. То стартанем. Великолепно просто. Сразу все поливали, я не знаю зачем. Надо было просто дождаться, пока ледоруб зайдет, и все. Креатив зеленку поставил. Так, а это? Ну все, значит, готов. Н не может решиться, да? Не знаю. Купить его слот. Купить слот — это креативу надо. Заходите и донатить, да? Ну, блин. Куда все уходят? Да все наверх уходят. Зачем? Так, чтобы предотвратить потерю данных, закройте программы. Пользователь присоединился к вашей публичной трансляции. Кто это? Кто этот Поль? Пощади, пощада. Жоук, я выдвигаю тебе ультиматум. Кому? Жоук, ты должен перейти в наблюдатели. Нафиг надо. Там, если он прыгать будет, это там все вылетит нафиг. Там спектатор, если вроде менять сторону, за кого-то смотришь, там все вылетает. Да? Раз, да, да, да. Спектатор — это такая больная тема нафиг. Не, ну если он прыгать не будет, там осторожно будет смотреть, не тыкать никуда, то нормально должно быть. Не знаю, как в Алюре, но в Робзе это точно фигня. Вот так вот прыгать будешь, все нафиг, пошел в жопу. А тут я не знаю этого двух. Чем мы не можем стартануть-то? Они без саппорта. Ой, я, короче, сериал смотрю, как бы, пинганете. Кто? Что-то фигня какая-то происходит. Все, Жоук. Я даю тебе 10 секунд. А, он вышел. А он вышел. Ай, блин, на как же? Так, стрим дайте ему, да и все. Жоук, я сейчас дам тебе стрим. Если хочешь. Блин, ко мне кто-то вообще... Кто-то мне... В Стиме заходит на трансляцию, боже мой, нахрена я поставил в Стиме трансляцию, сейчас будет больно. О, все. Сейчас вот кто не загрузится? Главное загрузиться. Тупо расстрел на месте. Главное загрузиться, остальное уже не важно. Да, вот играем, даже если почти все вылетят.
Друж, у тебя 0%. Нет. Друж. Миша. Чего? Да я живой. Я живой. Что с тебя? Живой. Я вижу экран загрузки, все что? Хорошо. Задачи какие? Задачи? Отрублю трансляцию, то я что-то поставил настройки трансляции. Ну, по территориально будем смотреть, кто больше, кто меньше. Я не знаю, Коль. Сейчас. Короче, у тебя есть еще полминуты, чтобы подумать. Ай. Контролировать площадь 9 января, что-нибудь, мельницу номер 4 и завод слева. Здание, ну, здание цеха. У вас цех, на риске цех. Почти. Какую? Давай без цеха, блядь, мельницу и площадь. А что, на левый фланг что ли забить, что ли, полностью? Да. Ага. Ну, а? Это да. Это для 8, для 8 на 8, прям, да. Да, да. Ну все. Бля. А что у тебя случилось? Вылет? Не, подожди. Не вылет. Ошибка ви. Вылет или ошибка? У меня перед загрузкой на Windows написала А нет, работает. Accept. Нет! Нет! Ну блин, ну почему мы потеряем мы теряем самых лучших? Да. Ладно, он будет нам помогать. Ладно, да. Давайте посижу, посмотрю. Потому что надо было, видимо, перезаходить, а то оно, у меня Windows выдало ошибку, жаловалось. Типа, вырубите программу или вы потеряете файлы. Самая большая проблема то, что на этой карте в Валуре не работает зимний камуфляж у бойцов. Я не сделал это, к сожалению. Я не думаю, что мы будем играть в Сталинград. Потому что винтер-гивитер не лагал. Это так называемые небоевые потери. Да, то ледоруб отлетит, то я отлетаю на ману. И причем только с нашей стороны отлетает. Правильно. Хочешь про зиму расскажу? Какую зиму? Ну, смотри. Браток. Блин, надо это отрубить в стиме трансляцию. Что-то в стиме трансляция как-то через стим интерфейс врубился кто-то. Кто-то на нее зашел и все, я улетел. Так, а первые минут 5 эта карта лагает, потом нормально становится. А может просто в саппорте как-нибудь решим проблему? А что с саппортом? Ну он дропнулся. Что нет, он не дропнулся. Ну наведись, ну посмотри, сверху написано. Вот. А видите? Подожди, он еще дышит. Топор. Да дышит, он еще нормально. Дышит, если вылетит, то вылетит. В они минуты. Посмотрите пока на центр карты. Там такой дом, окруженный этими... Окопами. Окопами. Это дом Павлова, его надо контролировать. Вот этот? Вот этот? Ну в центре он. Да, сейчас ты не тыкнешь. Вот. Да. Дальше справа от него такой справа от него еще выше такой П-образный дом. Это он так и назывался, П-образный дом. Вот. И справа от него мельница номер 4. Там такие руины. Тупо три здания в одном. Как бы. Вот. Собственно, эту мельницу тоже надо контролировать. Для победы. Понятно. Сколько нужно держаться? 2 часа. Понятно. Будет весело. Я все еще отвечаю за артиллерию, да? Что? Ну я. Да. Ты артиллерист. Ну сейчас хоть надеюсь, сыграем нормально. Ну мы вроде обороняющиеся. Мы не обороняющиеся. Это встречный бой. Да, это встречный бой. По факту мы не захватим нормально мельницу, если не возьмем вот этот квартал. А чтобы занять его, надо будет пересекать поле. А там в здании сидят очень много злых гитлеровцев. А где мельница? Вот здесь. Как-то не похоже на мельницу, ну пофиг. А ее снесли сразу. А нафиг. Первым же налетом Люфтваффе. А еще нам придется выбивать их из дома Павлова, потому что они заняли их раньше нас. Отлично. Ну, мое дело это заниматься артиллерией, так что мне как бы. Я, так сказать, саппорт. Если выражаться дотерским языком. Вот Теракот, ты со мной будешь воевать? Это очень хорошо. А. Стреляю. Буду брать самые дешевые отряды, чтобы копить.
А что, без огнеметов, да? Да, без огнеметов. Ладно. А как слушать ливлик на стрелке? Кого? Я пехотинец на лошади, как слезть с ним? На Г нажми. На Г, да, как с обычной тачкой. Мне кажется, проблема немного саппортит. Не-не-не, он всегда так. Он подлагивает частично. Да, он всегда так. Ну, короче, мне кажется, у них что-то вроде... Сейчас все нормально будет. Ну, все будет нормально, все нормально. Я, если что, коплю очки на артиллерию, у меня есть отмазка. Если вам что-то надо от меня, можете так сразу и говорить заранее. Ну вот, ставлю тебе задачу пока. Необходимо захватить этот район. Вот этот? Да, вот и удерживать, этот. Укрепить его хотя бы немного. Ну, вот эти, вот этот квартальчик вот с домами порушенный. Угу. Мне надо далеко, но я его займу все равно. Если я играю за... Я уже могу взять тяжелый огнемет. Ой, миномет. Я артиллерист, так что по логике это надо мне делать. Да, Таракот, можешь отрядик, пожалуйста, сюда отправить? Ага, уже отправил. О боже, там эти вагоны взорвались. Да, да, вагоны взорвались. Не-не, это не началось, это вагоны взорвались. Сейчас, типа, первые минуты они вагучие. Почему-то. А где взорвались вагоны? А, в принципе. Слева. Вокзал. Слева вроде. Ай, зачем? В общем, вот этот вот квартал. Да? Вот да. Все, что тут находится. Нормально. Я туда просто на отрядах нафигачу, а там будет что будет. Они успели быстрее нас. В принципе, пофиг. Мне придется заменять этого игрока, мне кажется. Потому что... Нет, какого? Нет. Был... Ну, который вылетел. Все нормально. Мне придется... Да, нормально все. Вам сама дура Никита выдала за меня? Да выдала, выдала. Да, выдает, выдает. Да лучше бы вылетел кто-то у них там. Да не, нормально. Да забей, все терпимо. Так даже легче, потому что очков больше. Не, единственная проблема, это когда человек за человека очков не дает. Вот это да. Единственная проблема, это за тебя кэшбэк никому не дается. Вот кэшбэк вообще не дается. Мы его просрали по факту. А, кэшбэк не дается? Да. Кэшбэк. Ох, уже это реклама. Постоянно слышу это сраное слово. Они захватили поезда. Остановите его. Люблю поезда. Нифига он. А все, он сошел с рельс. Да, я сделал тут багованный рельс, кажется. Так, Таракот, я сейчас создам Т-34. Можешь вот сюда подвести пехоту? Смело, но беда в том, что меня уничтожают там, и они там засели очень прочно. Я, короче, беру миномет ПМ-38 и начинаю... окучивать их. Таракот, там... мы сейчас, я пробью эту стенку, и мы ворвемся туда пехотой, под прикрытием 34-ки. У меня в тылу отряд пехоты находится, только, блин. Вот этот квартал, я не знаю, чё мне с ним... Ладно, главное не паниковать. А то всем будет хреново. Тогда паникуют. Буду копить на артиллерию. Спокойно. И 2 минуты осталось до М30. Правда, не знаю, нафиг нам будет это нужна пушка. Нормально, это она вот... будет немцам потери носить, по идее. По идее. О, я сейчас могу сыграть свои... Воробел, брешь. Где?
А, ты? Да, да забей. Да, мне действительно стоит забить, потому что это не моя часть партии, так сказать. Ой, извините, тот солдатик пришел тебя бить. Немцы, немцы заходят. Сейчас долбану по этим, по канистрам. Он давай, сейчас долбанет по канистрам. Ой, блин, не попал. Вперед, пехота! Заходим внутрь. Кстати, а вы смотрели фильм «Сталинград» 1990 какого-то там года? Я смотрел. Вообще, какой-то блогер назвал это лучшим фильмом про Сталинград. Я не знаю, соглашаться ли. Соглашаться с блогерами — это вообще гнилая затея. А что, много фильмов, что ли, с нарками? Ну, один, два советских. А Бондарчука? А там пушка, аккуратно. О, я могу зарядить. А, не зарядит. У них панцерфауст есть в пехоте? 42-й год, там у них панцерфауст. А, нет, 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 да, точно 42-й. Я попытался обстрелять там эту машинку из... Да, короче, под... Дай... Так, спокойно. В общем, ездит, куролесит, там это... Зондеркрафт подсойка. Зондеркрафт 2-2-2. Инвестирует. Торт, меня пробили! Есть пробитие? Есть пробитие! Отъезжай, может, подчинишься. Боже, тупые тройки, блин. Сожгли, сволочи. Попытался подобрать ружье, не получилось. Значит, ребят, я поставил в центре минометину. Сейчас мы ударим двумя 34-ками. Маякните, куда стрелять из миномета. Я уже могу взять М30. Командуйте, чё? Что делать? А, ребят, если что, да, реально, запрашивайте артиллерийский обстрел. А чё ты его взял? Взрывай. Взрывай. Он запрещен. Мужик, а, этот чё? Миномет? Его да. Нельзя брать? Его нельзя брать. Ща, взорву, виноват. Ну не, реально стыдно, я же из него выстрелить успел. А как его, на какую кнопку он взрывается? Там шестеренки есть. Да. Покинуть экипаж, там кнопочка есть. Два раза Элмов не действует. А, ну. Там вот написано self-destruct. У нас тяжелая ситуация! Найс! О, вот это вот просто великолепно. Так, беру я гаубицу. Вперед, мужики! Куда вы бежите там? Один несет винтовку, другой несет автомат, третий сидит в танке, а четвертый — это румынский войск. Вот здесь миномет стоит по метке. Так. Я запомнил, сейчас да попробуем что-нибудь с ним сделать, только имеет ли смысл уничтожение данного миномета с экономической точки зрения? Это лучше, чем стрелять да, по пехоте. Да, иначе он там столько народу набьет нам. Так. СМ-30 давай ему. Ну да-да-да, я подвожу поближе. На какое расстояние бьет М-30 примерно? 400 метров где-то, так. Угу. 450. Ай, ебать, у меня что, на самом правом фланге кого нету? Сука. В натуре. Комплекс зданий НКВД надо оборонять так-то. Так, сейчас будем проверять. Хорош. Так, добивает. Я в тылу, а он добивает. Хорошо, сейчас будем. Сейчас организуем. Даже если не уничтожу, все равно заставлю обратить внимание.
это чуть ли не важнее, чем нанести потери. Ой, странно, чё... Вообще, надо меньше пуды как-нибудь создавать. Согласен. Ошибка. А чем четверками бороться? Тричетверками. А, да. Она их пирсит. Она пирсит все, ты че? Так это четверка-то ранняя, но у нее картонная броня. Так. Какая. Моигните еще раз. Какой гранаты пехотой, да, мел, да? Урон гранат я пытался сделать, но, возможно, не получилось, я не тестил его. А пушка вообще двигается без помощи грузовика? Да. А почему она у меня не двигается? Ну, там мало. Для некоторых 4 чела надо. А-а-а. Ну ладно, сейчас... Тима, вот эту пушку вынеси, они сейчас сядут. Там у нее кумали вроде должны быть. Жесткие. А снаряды сквозь пехоту пролетают? Немцы наступают по центральной улице. Хреновое дело. Миномет, миномет. Да вроде оно в радиус попадает. Как у вас там обстановка на центре? На площади? Ну, такое. Не, мы держим этот дом Павлова. Мы хотим еще дальше пройти, но что-то они нам не дают. Можно дают, 40, да? 40. Кто зачистить? Под 40? Да, левее. Вот. На центре, на дороге. Не вижу, метка еще плана. Раз найдите. Метка. Вижу. Так, хотел стрелять по миномету, теперь буду стрелять по... Панцербюш! Оно как раз достает. Я уже и не нужен. Так. Ты убил пока? Чё, бьём фашистов, да? Они... Нифига себе, он пробивает. Двух сторон бой. За меня это сделал. Ребят! Справа, справа танками потом. Так, я вижу грузовик где-то стоит. Это неспроста. Там еще рядом Т-34 находится. А, вижу. Еще один пак стоит. Вот да. Это полный кибетка. Я там заметил, я уже по нему стреляю, ребят. Флаг. А чё, флаги разве можно? Так это дохлый флаг. Это текстурка. Заткнул, кажется. У меня там снаряд попал куда надо. А, нет, не заткнул. Ну, он меня ведет, в общем, стреляет в ту сторону и с ним. Ебать, тут снаряды реально пролетают сквозь пехоту. Чё говоришь? Снаряды сквозь пехоту пролетают. И бронебойные, и фугасные. Это Россия, детка. Сталинград. Каждое окно стреляет, так сказать. В общем, я морально подавляю то место, которое вы указали. Они могли уже увезти оттуда пушку. Вот сюда артиллерию, дайте. Там немцы снова. Куда? Да, да, да. Ну там же пехота, а я стреляю в пушку. Ладно. Могу, кстати, скоро вывести еще пушку. Да, точно, могу еще пушку вывести. Симат, осторожно, флажик гонит. Вражеские минометы. Где? Запрашиваю артиллерийский обстрел. Принято! Значит, меняю направление и начинаю стрелять в ту сторону. Терракот, меня бьют. Прям хорошо так. Сейчас поддержу, как получится. Препятствия.
Слушайте, это мясорубка страшная, блин, творится. Ну а чего вы хотели? Наверное, этого примерно и хотели. Да. Тут танки в этих камешках застревают, которые между домами валяются. Да, да и переворачивают. Это секретная разработка НКТ. Для немцев. Это типа как и надол бы. Только не надол бы. Надол бы — это звучит вообще как какое-то оскорбление, знаете? Можно туда, да. Тут можно. Ну ты надол. Надо вот эту улицу на стоп-оп. Сейчас было обращено. Только по этой улице можем проехать. А, по своим, блин, работаю. Артиллерия вражеская работает. А. Так. Сейчас подведу еще. А, как бы мимо, но попал. Это я стрелял. Это я попал туда. Это я. Найс. Мне орудие разорвало. Здоровье погибшим. Таракот, я не знаю, как тут прорываться. Вот в прошлый раз мы играли в Сталинград. Просто обе команды атакуют и не могут прорываться. Я вижу. Ну, тут я тоже что? Пока не знаю. По очкам мы, кстати, выигрываем. Я вижу эту жабу мелкую. Сейчас она выйдет. Либо я, либо она получит. Просто у тебя вижу, нет? А вот нет, сейчас есть. Почему есть? Но она, вот. В принципе, через пазик, я думаю, не стрельнет. По крайней мере, надеюсь. Сколько у нее во лбу? 50? Да. Пушка! Нет. Все. Проверил. Да, так, да, я вернул вторую М30, куда ей пострелять можно? Центральная улица. Все туда? Мы тут можем. Тут есть. Прорываться мы можем только по ней. Хана Макстрова. Значит, все остальное это как бы тише. Значит, центральная, значит, центральная. Я могу, кстати, еще и третью пушку вывести. Без огнеметов, конечно, весело вот эти дома зачищать. Лагать будут с огнеметами, нафиг надо. А... Ну, я в окно стреляю с фугаса, и фугас пролетает сквозь пехоту. Ну, вот так. Будешь, да, им вообще насрать. Твоему танкисту нет. Типа и танком. Ой, блин, я тут допустил дыру, прошу прощения. Сейчас подведу. Я подавляю неприятельские минометы. Почему здания не рушатся? Тут мины, что ли, стоят или чё? Посмотри, в натуре. Снаряды пролетают сквозь пехоту. А как они могут полетать-то? Я не знаю, я стреляю насквозь. Вот сейчас. Магия. А нет, это раз через раз. Цыганские фокусы. Но я могу 3-4, конечно же, нет. Да, да. Вот опять пролетел сквозь человека. Я же говорю, они сквозь пролетают. А почему? Им только под ноги стрелять, если. Не-не-не, почему-то раз через раз почему-то работают. Опять. Короче, сложно. Бом, там фазол стоит на улице. Вижу. Я ему ничего не сделал, через здание его. А вот пресс свой выкатывает, сейчас. Едет. Перезарядку у меня. Нет, я не могу его достать. Сейчас он выкатит. Тихо. Как? Ладно. Я понял. Ребят, у меня такой вопрос. Чего? А кто на вокзале воюет? Справа? Или кто где? Слева. Слева вокзал где? Не знаю. Подождите, мы же можем КВ-ки брать. Здесь? Две штуки на команду. Да? Можем Все. Брать КВ, а только нафиг они нужны. Не они знаю. Дорогие, блин, 3-4 лучше. Не знаю. Посмотреть как. Ну-ка, чисто ради интереса. Типа, сейчас главное по экономике не посесть, нам еще 100 минут драться. Правильно! Блин,
Терракота там бьют, я никак не могу помочь. Хотя вроде не бьют. Вроде еще воюют. Ребят, пометьте, пожалуйста. Для артиллерии? Пушки просто смотри, стреляют. Да. Вражеский миномет. Вот тут. Да, я в него стреляю уже очень долго. Танки вообще просто везде застревают. Не-не-не-не. На нафиг. Даешь спас. Пазик, пазик, пазик. Че, снял башню? Да. Плохо. Чё меня пробило? Фиклипак, откуда вообще? Найс. Может, мы как-то вот здесь вот попробуем зачистить с этого? Ну, там плохо начали. Там артиллерии надо построить. Так, у нас эта тяжелая пушка кидать. Будет когда-нибудь? Она есть, наверное, уже, да? Не знаю. Это которая это... МЛ-30. О чем вопрос? Я про артиллерию спрашиваю. Не, МЛ-30, которые я сосредоточил где-то вот в этом районе и подавляю их. У тебя кроме МЛ-30 еще одна вроде как есть. Радисты? Да. Я вообще ничего не слышу. Сейчас я тебе сделаю тему автодромчика. Я тебя убрал. Мы говорим про МЛ-30. МЛ-31 у нас на всех. Ну вот. Ну она есть же? Да, да. Сказали же, она сосредоточена налево. Может быть МЛ-20? Она разве МЛ-20? М-30... А, МЛ-20 это. В натуре, в натуре. Я перепутал М-20 и МЛ-20. Ребят, я развернул третью пушку, стреляю в том же направлении. Сейчас, наверное, чтоб пехоту эту, которая бежит туда, успокоить. А что такое 125-миллиметровый ампуломет? Что это такое? Это не используй. Это уже короче. Это говно. Ну, это, короче, хрень, которая стреляет сферами, наполненными зажигательными смесью. Это, типа, короче, бутылка шмеля. Да. Как-то так. Блин, боксер. Ты по пехоте, что ли, стреляешь? Кому? Кто я? Да. Ну, он там целое наступление отбил. Да, это я стрелял. Они тут тяжелый миномет развернули. Это легально? Тяжелый нет. Ствола. Тяжелый. Это штурм Ешус 18 пушка. Контрабатарейный огонь, слышишь? Да. По кому? Ну, по тебе. А, ну никого ж не убило пока. Значит, пока не убило. Сейчас убьет же. Грузовик убери, взрывается, убивает пушку. Не, ну КВшка вроде как и в Ронде живет здесь, судя по всему. Да, да, да. Так, а кто-то стреляет-то по мне. Дебилы. Ну, они просто стоят в домиках. Надо бы подорвать. Не понял. Чини 34 флаш. Твою мать. Я включил у нее режим самоуничтожения. О, нормально там артиллерия, гасит. Это я! Да, все, я 34 что взорвется. Что там такое? Да я ему 3 танка разъебал, он хотел меня в 3 ствола разобрать, я ему 3 танка сломал. Ты, дорога, по зону на бусеницах?
Да, да, и КВ тоже. Алло, по мне арта работает. Все, он теперь вообще ни на чем. Батя, опять что-то запрещенное спамит, да? Не. Тут не надо стоит. А, пушка горная едет. Слева КВшки похожи. Да, вижу. Помогите, у меня тут пехота, они должны остановить ее. Все, видишь, она задрифтила. Нету ее. Вот это хорошо. Так, где едет пушка? Да уже нигде. Уже нигде. Слава богу! Я попробую чуть-чуть пропушить вперед. Давай. Все, КВ ремонтировался. Какой-то верден получается. В натуре верден, блин. Да не, на самом деле не сильно ты верден. Кстати, едем. Тема городских боев. Что это было? Первую мировую. Пак 40. Семат, осторожно. Что там? Пак 40 там. По тебе гасит. Вообще, они там поставили ее куда-то. О! А, вижу. Это не флаг 88. Флаг? Зениточка. Как же хочется зениточку. Кто-то ее уже взял у нас? Штук. Я вижу, сейчас трэдзи. Давай. А вот они. КВ-шку убил. Ай-яй-яй. По ней уже стреляли, что ли? Или ее уже заткнули? Просто я хочу сам. Тут флаг. Нужно флаг заткнуть, а тут стоит. Обязательно, я уже на него нацеливаюсь. Давай. Стреляю. Их тут дофига просто, надо. Нет. Сейчас надо вперед не ехать. Симат, короче, надо вот тут вот пройти. Вот тут. Они оттуда, блин, выбегают с этим говном, накидывают по нам. Как так хорошо вас пробивает, как на него вообще можно забить? Не знаю. Ох. О, нормально там артиллерия. Там что-то слева плохо все. Ну, дома не зачистить, даже с молотами. Нас как-то пожали. Слева? Вот. Нет, справа это все нормально, это слева плохо все. Слева, да держим. Сейчас контратаку перейду. А, ну я тогда могу пушками. Так 40. Где? Маяка. Центральная улица. Да. Все еще стоит. Но нет, уже не уезжает. Уводят. Сволочи. А что с флагом? Флаг живой? Флаг, да. Я по нему стреляю. Поеду зенитку заберу, если получится. Давай. Там пак тебе подкатывают. Вот он тут где-то. Вот там флаг живой, пак выйдет. Пак 40. Я, короче, налево поеду. Нормально там все. У нас слева. Не-не-не, я типа с центральной дороги там налево, не к вам, а это. Ну короче, штук выезжает. Штук. Я на гусенице, если что. Я не могу до него посмотреться. Так, у меня начались проблемы. Чем? Что там, по-моему, тут батарея? Ну да, ничего страшного, ребят. Пак 40. Вытащу. Как-то и сквозь дома тоже стреляют. Ну да, сквозь дома так легко стрелять, конечно. А, не светится под 40 теперь. Так, стреляют, походу. Откуда-то по месту? А у нас есть пехота с чем-то с молотом? Если что, блядь, да, регулярный инфантри. Регулярный инфантри. Да. Там молотовые, все только. Только молотовы почему-то в здании не выкуривают, вообще нифига не получается. Там нужно поворот покупать, чтобы убить. Ах так. Откуда? Самое интересное. Он там же стоит. А он не мог оттуда по мне стрельнуть. Он через дома стреляет. Серьезно? Да. Урод. Народ. Где, собственно, вражеские пушки? Народ. Ребят, вот не смотрите на статистику. По факту мы на самом деле несем потери больше. Ну и чё?
Главное, что статистика есть. Совки тоже несли большие потери, а в итоге... Да просрём, да... Посрём так, посрём. Моральная победа важнее, чем... Они, блин, пушки стреляют через дома. О, терракот, терракот, вижу, вижу панцирь, сейчас подведу. Надеюсь, это не ловушка. Не подводи. 34-ка с ним разделается. А тут геройский. Нет, лучше сильно вперед не. Ни одну атаку отбивает. Так, мне бы как-нибудь бы выцепить вот эти пушки, которые стреляют по моим гаубицам. У вас есть какие-нибудь данные? У них. Мы знаем, где стоит флаг, который стреляет сквозь дыма. А там у них флаг сколько можно брать? Вообще хоть сколько угодно? Один. Один. О, видите? Так, один на команду, наверное. Один на команду. Не тот флаг. В смысле не тот? У них это флаг 8. Сейчас я вам скажу, подождите. Это флаг 38, это зенитка. А тот был 36-38. Да ну нафиг! Так 36 нельзя брать. 36-38 один единовременно на карте. Да. Так, да, это зенитный. Зенитный один можно. Holy shit. Ну вот один можно, вот это он. Один изъят у них. Все, вот он один, вот он стоит. Я говорю, надо вынести его, да и все. Только не знаю как. Он, блин, сквозь дома стреляет, это вообще там танком не подобраться. Он КВС сквозь дома убил. Лупья кто это по нему? По кому? А. Метку панкову дайте на план. Вот он тут, сейчас, вот тут. Понял. Понял. Сейчас будет. А почему дом Павлова больше не дом? В смысле, да, это их пушки. Это полудом. Один хрен. Граната есть, блядь, противотанковая. Стой, снимай, это 34-ка вперед, нет, сейчас у меня пехота подбежит, сидит, если будет. Почему я его не пробиваю? Бежит. Ооо. Потому что ты дебил, у тебя граната противотанковая была. Чему я не пробиваю панцир 3? Корму, блин, в ПТРД. Артиллерия это была? Да, арта. Ооо, у меня тут вся пехота. Не, ну креатив с немецкого ПТ-ружья выбил трак. Да, что такого? Пиздец, блин. Пехоту подводите, забыл. Да, подожди, надо сейчас выбить тут все. Сейчас бы еще пулемет сами стреляли, конечно. О, как вы там так пробились? Отлично. Все. Не, ну там уже. Все отлично, выбили первого раза. Штук? А, позол выезжает. Да, позол. Хочется взять бы. Под 40 на тебя смотрит. А, вот и не имеет значения. Это что, опять сквозь дождь? Нет, сквозь забор. Угу. А да, почему там жив еще? Там дистанция мелкая была. Все, у них теперь танки поехали. Блин, я так нет, непривычно так. Так, подожди, я вроде пазик F2 с ПТ-винтовки в борт должен пробить. Так, где эта пушка, которая стреляла? Лучше пушку возьми. Не рассчитывай на ПТ-ружье тут. Да я вам сейчас показал, как ПТ-ружье. Ребят, эту пушку уничтожили или нет? Какую? Которая стреляла сквозь забор. Да фиг знает, что с ней. Она тут стоит, я не знаю, что с ней. Что-то жизнь. Я туда стрелял, я ее вроде уничтожил, не надо. Там же была еще другая. Нет, она живая. Она живая, говорю. Уничтожил зенитку. Так это зенитки была. Там было 36-38. А слева было 38 убито у него. Ну как сложно. Зараж пехоты там уже сложил. 36-38 это один юнит, все, успокойся. Лирия стреляет, выдло. А что вы ругаетесь-то? Ну что ты такой сердитый человек-то? Ну будьте людьми, вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Ой, спит, не воскипать! Нас первым
пиздец. Все мат? Все. Живой, 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 дышит. Пазик, пазик. Что-то у меня задержка появилась. Причем серьезно. Ну потому что, видимо, немцы взяли больше юнитов, судя по всему. А сейчас на прорыв пойдут. Так, мне кажется, мне надо по центру. Хотя нет, это не дома сидят. По центру артиллерии, у них там скопление пехоты жестко. Да-да-да. Я как раз был. Я туда стреляю уже все. Давай, давай, давай. Только не успеем, о, не о, нормально подорвал танк. Драгон красава. Все отлично. Так, все, сейчас главное самое, тут убежал. Они и бегут, бегут. Да-да-да, вижу, вижу, бегут. Там, на подходе. У меня люди. Сейчас все нормально будет. Они пехоту кучу взяли, как бы, и все. Да. Я не могу выкрепить еще. У них артиллерия еще работает, ай-яй-яй. Сейчас, если артиллерия хорошо отработает, вот тут, то там всем жопу будет. Не, ну ты видел, как бы, пехота в метре от снаряда не умерла. Да, да. Так это валюр, это тренировка. Там в Рокзи вообще всех положило. Нет, тут кто-то говорит, что в двух метрах теперь умирает. Не знаю. От чего? От арты? От артиллерийского снаряда. Боже, ну вы видите по логам, сколько пехота умирает. Вот скажи честно, Панцер, что там у тебя? Арта нормально бьет? Да, я навожу. Куда вот надо. По мне тоже, когда артиллерия бахает, блин, у меня все сразу взрываются. Пивас, ты в команду пишет. Фейерверк. Черт, штук. А нашу зенитку можно брать? А, одну на команду, да. А, серьезно? А нафига она нам? У них танки-то картонные. Че, возьму? Бери. Ой, что-то задержка, конечно. Да, кстати. Ай. Если так продолжится, я минут через 5 ливну. Чё, задержка? Да нафига? Нормально все будет. Я кликаю, как бы, и через 2 секунды только выполняется приказ. Господи, блин. Всех моих с первого раза уничтожают. Как так? Как такое, не? Я просто, я по танку вражескому стреляю, когда только стреляет юнит, танк уже уезжает. Не, они сейчас нас, короче, выбьют оттуда. Откуда? Да, вот отсюда. Вот, они бегут, они вот на нас сейчас задавят, у нас ни танков там, ничего. А, ну я попробую там скомпенсировать. Давай. Сейчас буду стрелять туда. Фух. Это жесть. Это не жесть, это Сталинград. Правильно! Это Сталинград, да. Бля, вас 3-4 спиздили, что ли? Вы нормальные вообще. Художественный фильм спиздили. Ох, хорош. Хороший выстрел. От кого? Ну, тебя 3-4 только что сожгла. Твоя была? А, нет, это пиваса. А я не беру танки. Мне брать? Не, не обязательно. Пехота и артиллерия воюют. Ну, я могу туда пехоты послать. Пулеметчик? Нет. На центр могу. Она куда вы попросите? Хотя... Если они сейчас начнут по мне стрелять, то... Не попаду. Это стрёмная механика валюровская. Вот мне бы вот этот миномет подавить. А, вот так он стреляет до сих пор? Да. Вот как я в него стрелял, не подавил, странно. Как-то он не подавился.
ты пока слева вверху не увидишь, что юнит убит. Как бы не думаю, что он убит. Как минимум. Ну я подумал, что на него как бы забили, там нету патрона снаряда. Ну тогда я на нем. Мы уже подвезли. Сейчас, старокот, я отправил туда своих бойцов. Надо как-то локализовать. Не хотелось бы на эту линию отходить. Не хочется вот родную землю потерять, фрицам отдавать. Эн жестко тут наседает. Да блин, мы их потом оттуда хрен выбьем. Так, я могу... А, не надо. Там уже сами... Ребят, нас бьют. Нас тоже. Но мы терпим. И знаем, что будет все хорошо. Там у него экипаж был. Даже если мы проиграем, то мы проиграем, ну, не секунду. С гордостью. Да. Вот второй пазик живет лучше, чем третий. Второй пазик лучше, чем третий. Да. По мне какое-то говно стреляет. А вы, кстати, зря так про второй пазик говорите. Если что? Третий пазик с короткостволкой, у него у второго на подкалибер пробития больше. Да, да. Сдохни! Да ну нафиг, он опять башню выбил. Так, где миномет? Я думаю, слева, пока подожди, не высовывайся. Я не выбью его. Ладно, не выбьем. А, все, нету его уже. Это я его заткнул. Да я видел, да, я видел. Дострелялся, только тут. Товарищи, дом Павлова отбираю. Т-34. А нет, не отбираю. И гранату фашист, блядь. Дай, давай. Заберем обратно ее. А она не взрывается. А почему? Ладно, моликом. У нас горит как молика. Да пух. Ладно, пусть стоит, будет трофей. О! И плохо, мне кажется. Да не, нормально, просто потеплело немножко. Да, потеплело. Так, чуток. Да не, ей вообще. Сволочь, в цех ушла. Бух. А мне, кстати, тоже постреливают. Вот здесь вражеская арт-батарея где-то находится. Угу. Вот там целых 3 или 4 орудия. Надо найти где конкретно. Ну блин. Может проползти туда попробовать? Не, проползти не выйдет. Они более дальнобойные, чем получается. Охуеть, блять, что вообще? Почему никто не может гранату кинуть такую? У них нет гранат. Нет, а у них есть гранаты. Бросай гранату-то. Никто не хочет. Мне он из ППШ пострелял. Нормально, там ультимата. Т-34 раз происходит. Я просто через три дома прострелил. Плохо так. Ультимат там пазик справа будет. Он и справа, и слева, и флаг там еще. Да господи, флаг сейчас живо. Ну, три четверка живая, что ли? Не, креатив, конечно, на флаке неплохо играет. Вот здесь находится вражеская артиллерия. Точное место, точные координаты. Понял. Там даже по звуку понятно.
Вот этот фазон надо выбить. Да, да. Блять, там это зеркашка хейтит, пидет. Пазл, может кто-то выбить в лоб? Да, это же 4 могут выбить. Да, ну, а. Не-не, в лоб ему зайдите. Он чинится, что ли? Я все свои три пушки перевел, да, бить с этих гаунтов. Дайте еще раз координаты. Координаты. Вот здесь. Ага. Ну все. Боже, почему так долго башня ремонтируется? Ну, в общем, будем их вынуждать так менять позиции. Он уводит машины с орудиями. Да. Неизвестно пока. Вот. Значит, на эту улицу выкатитесь кто-нибудь. Вот здесь еще одна пушка стоит. Ясно, меняем. Нас флангуют по КД просто. Да, там фланга вообще. Пушки поставьте, пушки фигово светятся очень. Дом Павла отбивает. Я уничтожил ЛЕ-ФХ-18М. Что это? Это артиллерия. Ребята, что вы там устроили за целый ряд Т-34? Три Т-34. Четыре Т-34 в одну линию. Хорош. Я добью, закончили, как только покиню гранату. Башню. Мне кажется, раз они переводят пушки, значит они начнут еще не скоро. Значит, у вас есть цели, по которым было бы... Ребят, вы что-то есть, слишком есть много динамят. Танков сливаете. Правильно. Пиздец. 10 минут стреляю по этому штуку, ты с первого раза убил. Там сейчас ресурс у вас закончится, и все, и жопа будет. По марку главное выцелить. Да, господи, откуда опять этот флаг? А, это уже не флаг, это уже пазик сквозь стены стреляет. Да, пазик слева. О, господи, да, они по всем сторонам. На, нафиг. Все, пазик инвалид. О-о-о-о. На, все. Дом Павлова отобран. То есть, там что-то у нас получилось, да? Нифига. В смысле, у немцев получилось дом Павлова отобран. Да. Там потому что и слева, и справа стреляют. Кажется, кого-то стреляют после этого боя. Я даже знаю кого. Меня.
Если что, валите все на артиллерийскую поддержку. Как он левш... Вот у них левша просто одним залпом весь отряд. Надо вывести из строя, выводить. Строю артиллерию, она не дает наступать. Нам не арта не дает наступать, а карта. А чё с картой? Да у нас так все стреляет. А, у немцев то же самое. У меня один тогда я перевернулся, блин. Это нам, чтобы победить, надо пропушить их, верно? Да. Вам, чтобы победить, нужно по очкам выиграть. Не, нам, чтобы победить, не, надо удержать дом Павлова. Какие-нибудь. Жалко, не держит, что набрать, потому что лично я как-то потерян. А просто хоть кого-то убил. Ну, ребят, вы смотрите, пожалуйста, я не могу одновременно смотреть за вражескими пушками. Ничего, ничего. Да. Главное, чтобы противник потери нес. Да, да, убиваем танки по одному. Дайте мне координаты пушек, куда они перевезли. Вы находите, тогда я им устрою. Может быть, когда-нибудь. Так, ладно, надо отбивать дом Павлова. Ну где у них там можно пострелять? Таракот, я предлагаю провести крупное наступление. Вот. Хотя нет, еще рано, еще рано. Ну да, типа накупиться подкопить очень много. И делать за родину. Да что-то наших товарищей справа выбивают. Это очень некрасиво. Да, там справа что-то. Ты вас чего у тебя там? Что-то все печально. Что печально? Почему? А можно вот сюда вот получить? Ну, танки. Круты, я, блядь, не могу все купить. Им сейчас только пушку купили. Там у тебя один чел играет? Или нет только? Ну, я видел танки от двух чуваков на мою комнату. Надо, короче, справа их оттеснить от дома Павла, потому что там, если справа они рядом с домом Павла находятся, они сразу на него забегают из-за угла. Надо что-то решать. Самое, блин, главное то, что фугас 3-4 против этих домов бесполезно. Ну да, артиллерия, конечно, прям видит меня и... Господи. Прям по мне. Товарищ Пивас, держитесь там. Так, стреляют откуда-то отсюда. Но я не буду рековать. На меня выезжает. Легкий танк. Товарищ, мне нужна поддержка. Сейчас будет. Видишь, колонна тут на рельсах уже устраивается. Сейчас прямо в рай поедем. Ребят, там прут танки прям. Ну, пушку сейчас будут. Эй. Так а мы-то что сделаем? Там справа тоже проблемы. Они к артиллерии прорвались. Я, наверное, выведу вот там. Но нет. Твою мать. Вы танк с огнеметом, вот. Короче, я буду стрелять по ним прямой наводкой. Сейчас я Драгон, я по нему отработаю. Дивизионки. Проклятие, не пробиваю. Это все печально. Да, это очень печально. Ясно. Я еще и 3-4 потерял, твою дивизию. Что, Пилас, поехали по железке? Давай. Смотри, тут... Там капец как поехали.
тут стоит четверка. Один на павильон. Около четверки стоит Паксаров. Они хотели поехать по железке, но в итоге поехали башкой. Так и теперь. Опа! Как метко они попали. Ну он туда всю артиллерию навел. Куда? Хорош, хорош. Герои, бойцы, которые тут взорвали. Что они там взорвали? У меня сейчас пушек не останется. Так, у бати позов поворачивает башню уже. Назад дает контролику. Конечно. На самом деле, лучше бы я отказался от артиллеризма. Потому что я чувствую, что мне не хватает полномочий, так сказать. Хочется понабрать всего, что можно. А чё там ДИС второй справа или чё? Минус позон? А, он походу не списит. Ни хрена там наступление, блин, у железки. Они там все дальше и дальше уроют. Там уже мои пушки. ДИС 3, ну как бы предатель получил. Хренач. У меня задержка 2 секунды, я вообще не покрываю. Мак, отверю на флаг. Очень там флаг стоит на середине. Что там с артиллерией? Да артиллерия стреляет. Ты попробуй. Позвол артиллерия. Вот видите, как стрелял, вот видите, где артиллерия. Вот я ничего. Вот артиллерия. У меня там несколько трупов стоит. Их починить можно? Да, починим. Ой, еще позвол. На туре. Починим. Нормально там бабахает. Не успокоился. Там, там вообще все разорвало. А ты ему башню разве сломал? Да. Круто. Ты только под механку добей, а то она может в контратаку пойти. Еще один. Да я знаю, тут полно их, у них же респ тут. Ну да. Чё-то как ты... Сейчас тоже. Дамага нет? Реально, как-то хуя с дамагом лез. Добро пожаловать в лаг. Да нет, не балюр, это сабмод. Что это сабмод? Конечно, сабмод во всем виноват. Да, ну, балюр идеальный мод. Сабмод во всем виноват. Не, балюр давно, конечно, такого я не видел обычно. Смотри, сколько по зону будет. Сейчас скажите, кто из вас играл балюр больше 10 игр? Просто балор в эту версию. В бои. Я в старой версии играл. Бля, Симатик, там это успеха, блин. Надо держаться. Все, минус механичек. Сука, ёбаный пазл, сколько их там? Я не знаю, вот у меня такая же хуйня, типа я один убиваю, приезжают два, блин. Сейчас начнут деньги кончаться. Надо кого-то. Уже кончились. Сима, тебе слева пазл. Ну, сори, 2 секунды задержки. Кстати, у пазонов дальних дальше, чем у 4. Пивас, тебе нормально? И чё мне? Ну, когда у тебя танки вот так вот стоят. Блядь, чё? Ну ребята решили повеселиться, походу, пранкануть. Они тут просто на улицу уезжают. А ты
Сколько там? Они сейчас на центре идут. Принял. Нет, без плесмаринов как в город взять нереально. Да, такие-то без плесмаринов. Драгон, там тройка это. Диска не достаешь? Не, сейчас откроется. Да забей, ты не удержишь там. Пёс. И умирай. Есть. Давай шрапнели или фугасом. Артиллерия вражеская. Сюда работает. Блять, это пиздец. Откуда? Всё, вылетел. Она... Да. Откуда? Вот отсюда. Сейчас конкретно. Ё-моё, иди, что взорвало. Давай, танк, дай. А чё такие эффекты взрыва от фотогранаты? Так и задумало, что ли? А какие? Ну, как от фосфора везёт, иногда бывает. Да, вроде. Не знаю, блядь, наверное, да. Что у меня? Ты четвёртый делал, почему они у меня дома ломают? Пиздец, дебил какой-то. Боже мой. Я тут 3-4 и некоторые дома типа не распознают вообще. Тут вообще все не распознают дома. Очень плохо, что ты в одном месте всю свою артиллерию держишь. Знаю, но чё мне... Я стреляю и стреляю. Делаю, что получается. Так ты где там пушки, меня хотя бы период? У меня рядом грузовики, я если что... передвину. Где пушки вражеские? Потом поймем. Вот они где-то тут перемещаются. Не видно, блин. Блин, нет у меня... Жопа. Увози. Блять, пока пытался выходить из дома, мне начал четверку уебашить. Понимал. Я поэтому к Ужелецке поехал. Тут только по приводам можно наступать. Господи, опять этот флаг, который сквозь дома стреляет, да сколько можно? Наши артиллеристы проигрывают вражескому, они с этого сейчас начнут все рушиться. Ну у нас, они по очкам нас догоняют уже. Да. У нас на центре прям жестко обстреливают, не знаю, что тут. Там с двух сторон стоит. Нет, вроде правая более-менее это, хотела. Пивас, останови механички. К чем? Я щиток не пробиваю. Капец. Бля, это механы арти. Как, конечно, ты их не прибавишь, это самый лучший. Я просто половина пить. Смотри, ты гранату кинул, вообще ничего не сломал. Сейчас я могу. Сейчас попробую по гранату внутрь закинуть. Же хуйня, типа, эти гитары молотовы механы, ему вообще похуй. Он загорает как будто бы, но ему похуй, там никто не умирает. Механ неуязвимый. Щиток, да. Смотри, зарашил просто мой канал. Не, ну это конец. Будем сдаваться? Не, русские не сдают. Мудро. Сталинград. Так мы это... Сталинград надо заходить. У вас 75 минут, ребят, вам на очки играть надо и все, забейте. У вас минут 30. Мы по арте проигрываем, мы никак тут по очкам забить не будем. Они пушат нас как бы. Мы в оборону. Готовы. Не знаю, мы как бы подержимся и все. Здесь вражеская артиллерия. Нет, в базе второй чекнет, там рядом. Сюда это. Или что, или он вообще, или он добит. Блядь, чувствуешь человека? Она просто, она заехала в дом и не может его убить. Ну, пускай там стоит. Классная позиция, когда она не нужна на фронте.
скоро фронт к ней приведет, ты сам понимаешь. Сраные звери, а. На будущее можно что-нибудь. Чё творит? Кто им такой? Бля, по зону, конечно, недостаточно. Пушка 34-4. Вот здесь одна арт-пуш стоит. Да. Наводи. Навожусь. Последний герой. Ой, а чё, он палит меня на железке, что ли? Давай закидывай молоту. Так что, блять, ему кровь субборки. Чего? Маякните еще раз. Давай, как батя, доставать динамит, как бы стой рядом с ним. Ну так и было же. Пиздец, у меня так 34 кузов. Или 35. Сука, и танкисты, которые, блядь, нахуй, с приклада. А ему похуй, ему с приклада въебал, похуй. А тут пазл жив, да? Ой, меня слева вокруг ушли. Пиздец. Сколько? А КВ брали, ребята? Да, КВ уже брали. Да, два вроде брали. Или три. Да, два. Можно только два. А огнеметный? Огнеметный мы не используем, лагать будет. Не, ну почему они разрешены налагать будут? И мы сказали, что не сыграем. КВ всего два за... на весь бой? Да, да. И их уже нет. Да если бы это не этот флаг, который через стены стреляет. Терракот, давай танками ударим по железке. Я не знаю больше, что делать. Мой чинится 34-ка. Но сейчас я могу еще один взять. Я могу вам пару танков дать. Нас просто разносит артиллерия, блин. Да, серьезно, просто приводишь чуть-чуть. Нет, взял я уже что такое думаю, это какая-то ловушка. Ну там это, там пак 41 где-то стоит, хорошо пробивает 34-ку. Так, а вы брали? А 52К вы брали, ребят? Да. А сколько третий базик стреляет? Ой, я что-то походу уничтожил две их артиллерии. Почему? Нет, одна, тут одна за две считается. Почему? Да я не знаю. В общем, я... Все равно... Ладно, надо на очки. Сколько очков? Нет, так у нас потери больше, как мы будем очки пить? Я пазл пытаюсь достать, может сейчас пробью. Ты у него дальность больше. Ну я в инвизе у него сейчас. Здесь можно пушку пить. А, нет, кстати. Да. Да, это такая, ты просто пипец. Он перебежит. Да уходит или... А что, он сильно дальше стреляет, что ли, или он фаршит? Он на метр 30 точно дальше стреляет. По инфантерии Гашутсу, давай. На, у тебя там... Взрывают, сволочь. Сейчас бы попасть еще по позору. Драгон, включи дым. Так, мел включил, все нормально. Че такое? Ебать, чекай, сколько там пищи. Так, я попробую ресторчика сделать. Может, миномет подобрать. Ну все, как бы, пилос, давай там держись. На бед. Ты можешь по его артиллерии на свою навести? А ты что, ни одного пехотинца не можешь убить танком? Нет, никого, понимаешь, блядь? Блядь, а ты сейчас сам тебя убьют. Они детонировали. Выгодная размена, отряд пехи, блять, на 34. Понимаю, сука. Хорош. А ты понимаешь, на ходу? Там пушка где-то. Чё-то мел, у тебя очков осталось минут на 15 боя. По факту. А противотанковые гранаты так и должны в стенах застревать? Да. Вот по кому ты выстрелил?
Нафиг ты туда выстрелил своей артиллерией, по вражески стреляй. А где она? Да прям... боже, да вот здесь стоит. Ладно. Я не знаю, меня просто расстреливают все эти ружья. О, Сима, тебе нужна механка без... Блядь. А, ну похоже, вы там держитесь, как бы. Удачи, жизнь. Да куда, я спасибо. Судьба избавила. Всем хорошего настроения. Че, ты вышел, что ли? Краш? У тебя краш? Да. Класс. Великолепно. Смотри, вот где у них там гильзы появляются после стрельбы. Там и противник. Там и вражеская артиллерия стоит. Я расстрелил. Ой, я сейчас еще эту потеряю. Твою дивизию. А мы потом. Драгон, давай, пожалуйста. Нет, без рядка не могу. Твою мать, ну развернуть и уж отдал. Позоны сила, как бы. Позонов там не больше. Я собираюсь здесь с непосиками. Вот по 39-й год, там у немчиков только троечки с четверочками. Без пушек, блядь. А у нас КБшка. Он хорошо пробивается, только в ЛД. Назад, назад, назад! Кого-нибудь на туре надо было эти создавать, они танкуют хотя бы. МЛ-20, я просто хочу ее взять и пытаться бороться. На дальней дистанции. Бери. Бери. Нет никого. Хорош. Ну, это баллы с погодой сделают, но будет хотя бы как-то красиво, что ли. Ласка,
Да сволочь. Смотришь-то креативу, и у него просто 4 юнита, 4 звезды. Он стримит? Да-да-да. Маякните, Ярда. Извините, блин. Всё, тоже нервничать начинаешь. Сейчас вот тут наступление разобьем как-нибудь. И будет нормально. Нужно только подождать. Хороший выстрел. Так, а где пушки примерно? Теперь я мой. Я дистанцию. Мне перелет. Ну да, блин. Просто они дорогие и бессмысленные. Нет, КВ хорошо работали, но если бы не эти флаги, которые через дома стреляют. Я сейчас смотрю креатива, и он флагами не фаршотил даже, понимаешь? Он не фаршотил. Так он не фаршотил, он стреляет через дома. На этой карте фаршот-то и не нужен. Он, кстати, флаг 88. Ты ванили через дома, кстати, будешь стрелять так же, плюс-минус. Флаг остановился. Ну как он меня пробивает, да? Такой липак. Таракот, надо как-то держать эту площадь. Последний резерв вызываю. А, кстати, у кого что по очкам? У меня нету. У меня 1100. Если кому что надо, говорите, у меня есть. Ребят, а где этот флаг? Ты лучше весь лимит набирай, весь лимит ЦП забирай, забивай. Ой, сейчас пойдут квачки по заколовочкам. О, моя пехота отбила немецкую атаку. Молодцы, парни. Там не обошлось без Виталия Волкова. Черт. Кстати, как-то снайпер вы особо не используете, хотя снайпер, по сути, здесь нагибать должен. Да, о, нет, здесь снайпера. Ребят, я чё-то не могу запалить вражескую артиллерию. А надо. Фанка, выбери одну позицию и по этой позиции просто лупи
всей артой, всей своей. Один залп подготовь массированный. Черт! Они отработали. Это же зажигатель вроде, да? Да. Ну типа из-за них же тоже лагает. Правильно! Да, из-за них нормально так. Но они быстренько проходят, в отличие от... Я, кажется, увидел. Но у меня оно не достает. Сейчас поближе. Тащить ненормально. Боже мой, ну все сразу сгорели. Блин, они добрались до моих пушек. Что-то весь дом сгорел, да. Свинство. Нельзя артиллеристов расстреливать. Да как, ну как? Говно. Орудие просрал. А 34-ка тянется. Очень, конечно, сейчас флаг, наверное, задам же, если повезет. Сейчас, флаг? Если они поймут, что у тебя лево пустое, как... А, так ты почти его задавил там. Ну да, но какой-то долбак завис. А это не флаг, это наше орудие. Походу, индус выпал. Молитесь Богу, если бы он выпал. Выпал индус. Ну все, сейчас начнем освобождать Сталинград. Поможет. Нельзя им позволить пушку захватить. Боже, как ну, много трофеев. Как горела пушка, а инвиз вылетел. А они у нас уже тут что? Не сгорело. Огонь! Алло, они у нас на спавне уже. Она взорвалась. Да не, она целая. Ай, ебать, что не продубил? Это печально. Лучше бы она была не целая. Что-то ты неприкольно получилось. Как много мужиков покрошило. Да как-то я эту пушку свою слил даже. Знаете, я ее продал вообще. Абсолютно некомпетентный в этом смысле. Хотя, если бы я играл там танками и пехотой, я бы точно терял. А артиллерия, она такая. Сидишь далеко, спокойно. Все у тебя спокойно. Блять, ёбаная 34-ка, гадит. Герой. 9 бойцов убил, там простреливается. Знаю, я сейчас буду по четверке работать. Осторожно, там лепак. Меня от лепака прикрой, если он не выйдет. Сволочь, экипаж выиграл мне. Ну почему, блин, такой момент? А, лепак, кстати, я с Максима там постреливаю. Почему они. Ну почему они стреляют? Зачем мы вообще проявляем или? Че, немцы не должны стрелять? Да, не должны сдаваться. А сквозь дома, кстати, с пака они стреляли по одной причине массово, потому что у пака пробития хватало на дом и даже. О, есть пак. О, лепак хоть взорвал. Я, может, пушку протащу. Ага. Не, не протащу. Вот какие тут пару метров, блин, нормальная артиллерия. По моей тяжелой пушке стреляют. Да он на вход-то едет. Четверка, походу, тоже живой. Ой-ой-ой.
Ну хоть в начале поиграл. Что-то тут террейны сломаны, понятно. Это последняя надежда левого фланга. Если я сейчас ее потеряю, левый фланг будет сдан. Левый фланг уходит в зрительский зал. Отступайтесь направо. Ребят, я не знаю, откуда они стреляют, поэтому пусть стреляют вообще вот. Пивас, что тебя там убили? Тебя целый отряд убили. Надо как-нибудь в следующий раз, когда... Бля, просто меня так бесит, я типа вот сейчас воюю на одной части фланга, блядь, а у меня по-другому вообще танк катается, вот я по карте смотрю, такой пиздец. И, блядь, ты сейчас одну треть карты один держишь. А, и пех, и не... Так я всю игру, блядь, делал. Там хотя бы все мат раньше был. Ну, все мат один раз приехал, прорвался, и уже послал. А ты помог, ты меня тоже послал, да? Я все это время и так слышал. Блять, и самое какой-то уебищное хуйня. Молотова, ну ничего не делает. Ну как? Ну он же был рикошет, ну что это за рикошет такой был? Не, механику молотова нормально будет. Не, я его сколько раз кидал. Он меня же даже, блядь, так это спиздил, здесь блядь. Он долго горит. Нет, понимаешь, он окинул, он полностью как будто бы модельки сгорел, он ехал, ему вообще похуй, там никто не умер. Хозяин. Я не раскинул, он загорелся и... Все, левый фланг сейчас порастру, не удержу. Ну, танк дочинил, который у тебя там чинился, или что, или его? Мы его взорвали уже давно. Драгун, ты отступишь ко мне на кубку? У меня снайперки уже где-то стреляют. Пиздец, конечно, отсядется. Ну, по очкам мы ведем, короче, я считаю, это наш победа. По очкам вы ведете, где вы ведете, у вас резервов нет. И у меня 300 очков. Тут еще час играть, а мел с нулем. Вам нужна какая-нибудь техника, я могу там пару выслушать. А чего мне здесь сум, блин, третий? Я буду держаться до конца. Ну вызовите тогда мело какой-нибудь Т-34. Блин, немного не та. Сол первая была бы лучше. Но все равно спасибо большое. Теперь только прорваться через блокаду как-то. Второй пазик. Чисто едешь рядом такого порта и нет. А с второго пазика ты кошелька спрятаешь. Там пак 40 стоит. Сейчас что за хуйня? Запрашиваю поддержку. Драго, ты видишь, что за хуйня? Но через дом мне там. Пиздец, ну на метрике. Нормально. А вот фугасом я. Я просто. Я не довел 34. Я просто люди сами по себе как-то умирают, и я ничего не могу с ней сделать. Да, я не знаю, что такое пиздец бой. У меня молот очень сильно горчит. Ну, снаряды проходят через здание, у меня нет.
меня еще 1000 очков. А еще сам Рофл 53-го почему-то не мог пробить вторую пачку, блядь, несколько раз. Во вторые пачки что-то неплохо пробиваются, что третий нормально шьются. Хотя бы панцерпост. Буду ловить его под ружьем. Последний четверг ебал, я не знаю. Он просто спамит танк, у него почему-то очков, блядь, хватает. Я хочу хуй знает. Когда же у них очки-то начнут? Они по очкам выигрывают, поэтому там с танка спам от них не идет. Он всю игру спамит, ну, я такой, будет больше его танков точно. Хотя он, блядь, всю игру спамит, я ему хуй. Не, ну мой кэшбэк это, наверное, где-то 1000 МП минимум, да? Или полторы? Кэшбэк тут играет решающую роль. Давай, не перезаряжайте быстрее! Говно. Хрена себе сплэш у ПТ-ружья. Это не ПТ-ружье. А такое, что поинтереснее. Бутылкомёт, что ли? Нет, это не бутылкомёт, это... Как это называется-то? Ампулы. Винтовочные гранаты, что ли? Да, да. Дайте, пожалуйста, координаты уше. Не знаете. Ладно. Я так понял, вы меня все уже... Да откуда я знаю, где эти координаты были? Тебе надо искать самому. Тут все воюют. Как тебе сказать? Блин, откуда я их... Если я тоже смотрю... Ладно, если бы ситуация на фронте была нормальная. А тут все дерутся из последних сил. Правильно. Заставьте просто... Как бы кто-то из нас там хостит. А, он же в другой команде. У нас под лампадик есть. Ну я предлагал, короче, специально кикнуть там лишних, чтобы... Алло, артиллерист. Кто я? Беги. О, сейчас будет жопа. Жопка! Вызывайте пехоту и накидывайте им гранат. Опа! Вижу. Пехота. Артиллерист! Да бегу я! Да чё вы орёте все? Да чё вы все орёте? У тебя рта умирает! Да плевать, она это не первый раз, не последний. Всё равно выигрываем. Зачем даже? О, сейчас 3-4 как... Пам. Жду. Вообще плевать. А от этого ты сейчас пробьёт от него четвёрочку? Чёрт, совсем потекли. Да. Мы знаем, что по итогу немцы проиграли, значит и тут всё нормально. Так вот, город они возьмут, там их потом накопли. Вообще, в принципе, пофиг. Я могу чё, взять ещё пушки. Пушки. Я ещё могу взять пушки, они... Да нет, у меня 300... Жопу. Я просто бесполезный. Считайте, выиграли в шестером против 8. Что я хорошего сделал-то? Я не умею играть. Говно, это ружье. В принципе. Да, успокойся. 7 миллиметров. Второй пазик, по-моему, раз 5 попал, ну. Так нет, реально, вторые пазики. Писак стрелял третьего по пазику. И ему вообще было похуй. И там два раза вроде еще 3-4. Чисто, блин, мел уже партизанами как-то забираешь, как будто на окраину города. А мне арту. Ну так а что делать-то? Воевать надо как-то. Все. Я не отдам им Сталинград. Пиздец, блин, он просто ползет и у меня никто не стреляет. И чучело, блядь. Блин, скипать тупо, конечно, блядь. Сколько? 3... А, нет, 4.
Нафиг лошадей-то на мясо пускать? Вы чего творите? Ладно. Кушать охота. Нихуя себе сплэш. Это 150-ка? Да. Это 105-ка. А, стоп, это 100. Ёбаный. Не знаю, кто-то на сплэш жаловался. У меня больше нет, у меня осталось... Ё-моё. И больше я взять... Я хотел залезть, залезть в этот дом. Ну, кажется, куда? Можете меня сразу кикнуть там. Жалко тут где-то... Креатив, походу, чисто решил тебя добить до фокуса. Чисто выгнать. Там Атана просто с одного выстрела попадает. А он что, пойдет? Сейчас? Сейчас играет. Да это вообще какая-то зайка. Раньше я жаловался на ошибку Е. Боже, стреляйте ему! На нафиг! Пробите! Гори! Гори! Ребята! Нет, ну ты видел, да? У меня... Не, ну один выстрел, да, но он это взорвется, давай! У меня танк. Я вывел танк. Все, спрятался в домике. Да, все. Залез на второй этаж. Аня, прикинь. Тут это герой просто, блин. Вижу. Спасибо. Тупо сваншотил панцир с ПТ-ружья. Там немец сзади, стрелка твоего героического сидит. Через отсень его, через отсень. С ноги его. Он на втором... Он сидит и там не получится через отсень. Он чисто в окно. На друг друга. Что происходит? А говорили, герои не умирают. Я держу левый фланг своим, я вывел там танк, короче. И... даже чуть-чуть преуспеваю. Это, видимо, отыгрывается вариант сражения, когда наших отогнали, да, вначале? Правильно! Вообще, карта посвящена операции «Кольцо». Операция «Кольцо» — это уже завершающий этап Сталинградской битвы. Ну, отлично! Мудро. По факту чисто в цвете на начало боев в Сталинграде. Всё. Это последнее здание. Отступать некуда. Надо радоваться, не надо напрягаться. Радоваться. А он уже так обежит. Готовь противотанковое ружье. Сейчас наделаем фрицам шоры. Ну, в общем, есть, я там... они накрыли свои. Что-то выходит. Не, ну лапка какой-то не стой на месте, не есть, я бы тебя разбросил, блядь, алё. Стреляй! Ура! Ну пиздец, что ты там ждешь? Что ты не стреляешь по нему? Кто? Ну, нахрен. Стой на месте. Жди, пока он будет в жопу стрелять. Ну стреляй! Пиздец, я не понимаю, что ты там ждешь, блядь? Да я... Да я говорил, что я сволочь. Вот я сволочь. Вот все. Нет, со мной не смешно, мне вообще путь.
что такое ПЗБ-41? Панцербюст. Это ружье. Офигеть, она 34-ку так в легкую пробивает. Я в тундру играть не умел, вот и в это тоже играть. В упор. Не, ну трак чисто, трак сбивали с ПТ-ружья немецкого. Но там пробитие меньше ПТРД. Сейчас накрою его с винтовок. Вывел из строя счет. И вы так еще будете сейчас развлекаться, да? Нет, закончим. Да, знаете, если честно, я вот сначала... Да, мне сначала хотелось как бы в этих боях исторических участвовать, да, потом я понял, что как-то... Да забейте, блин. Не моего, это... И не в плане профессионализма, а просто время. Слишком долго это все. Тем более мы 2 часа собирались. Все игры. Потому что народ слишком много. Сейчас я... Не знаю... Чистки проведу. Танк свой просрал. Он там еще пишет что-то токсичное. Скорее всего они там, блядь. Даже противно думать, что они там у себя пишут. Мел, если много народа, может просто сделать так, чтобы народ только по записи заходил и все. Во-первых, по записи, а во-вторых, проведу чистки. И неугодных мне просто добавим. Запиши мне. Ты в число не попадешь. Спасибо. Я это в 4-ю редакцию. Кредит нанесет ответ. Ты приятный персонаж. Алло. Как бы там уже у нас полкоманды играть не хочет. Понятно, что. А, сдаете? Кто это пишет? Кто это говорит? А, это ты! Батя, чисто так диверсантом залетел. В смысле диверсантом? Все, нам предлагают капитуляцию? Да, на хороших условиях. На хороших? Ну, я думаю, надо соглашаться. Передайте герцогу Ингиемскому, что мы его от души благодарим. А уточните, пожалуйста, что входит в эти хорошие условия? Работа в хороших условиях в Сибири, добывая голыми руками золото. Да, ребят, соглашаемся, нормально условия. Это кто соглашается? Это все соглашаются, ты давай тоже подписывай контракт. Слышь, ты! Да. Нет! Значит, тебя отдадим в публичный дом, и тебя там будут каждый день. Ну, делать, короче, с тобой всякие вещи. Я не знаю, я злой, идите. Я не знаю. Отстаньте, это уже какое-то РП началось, мне это все бесит. Блин, мы тут с пивасом повоевали. Нет, давайте мы капитулируем, и нас возьмут в русскую освободительную армию. Мы будем Давай. Там отбор, ты чего? Да пофигу, мы не любим советов. Тихо, молодой. Кто играл у вас на артиллерии? Креатив. Вот сволочь, ненавидит. Если хочешь, можешь даже стрим его посмотреть. Да я... Хочешь. Я не знаю, мне с одной стороны... Да. Ай, вот чисто захожу к креативу, смотрю, оп, одна арта, оп, вторая арта, третья, четвертая, вот чисто вся арта она, вся арта команда. Ты это, повиси, блядь, Чё ты ржёшь? Чё ты такое вообще висишь? Нахуй! Сука, расстрел нахуй на месте. Да пошел ты нахуй. Не, ну мил, это пришла пора бросать оружие и выходить с голыми руками. Может так вот? С голыми руками. Берешь лопату. И вот. С лопатой. С лопатой сдаешься. Ну может, да, ну давайте уже хватит. Давайте расстреляют. Ничего не отстреляет. Знаете, меня расстреляют, а потом через 75 лет либеральные блогеры будут говорить, что кровавый советский режим. Че? А что, вы до сих пор не доиграли? Да уже доиграли. Совок стоит до конца. Совок, по их словам, стоит. Сейчас такое начнется. Так в итоге совок разъебали, нет? Ну да.
Поначалу пиздец давили, а потом, блять, как-то, ну, потихоньку. Потом какое-то наступление, блять, танковое было. Псимат плюс 5. Я увидел, когда там штук 5-6, не знаю, 34-ок, я немного запаниковал. Вы хоть мою артиллерию. 4 Т-34 в ряд, в один ряд был. Одна подбитая и 3 живых. Там, по-моему, штук 6 было даже. Ну как тут у вас? Мне кажется, что. Блин. Я считаю, что все. Ну да, как бы. Все, давай, лапки кверху. Да не, давай как бы вот мы же на мур. Да, нападай. Вот у нас к тебе там это идет крепление. Какой-то. Олег штурма. Тупо креатив открывает лучших юнитов, и у него 3 арты лучших юнитов. Все, в тул сейчас. Ненавижу артиллерию. Давайте, короче, соберемся около наших пушек и Атаку, Драгон, давай. Вообще жиров. Ай, что, серьезно? Блин, а я хотел еще добить. Но мы не забились. Вы уже закончили, вы уже все, а запись будет? Да. Или не будет записи? Будет. Он Зеракота спрашивает. Ну, надеюсь, будет запись. Мне бы хотелось посмотреть. Пива с Говором через полчаса. Только можно. С нашей команды. То есть больше вы не знаете все, ребят. Нормально поиграли, только не повезло. В следующий раз на артиллерию меня не назначали. А, нет, это уже вражеская команда, что ли? Вы перемешались. Игру? Я не знаю. Завтра спасибо, нормально спасибо, отыграю. Спасибо. Спасибо. Вчера. Сегодня все провалилось, к сожалению, блин. Особенно сколько я времени на этот Винтергевиттер потратил? Особенно да, банк провалился. Особенно вашего, да. Особенно вашего. Так по сути, просто 2-3 ботов ставить в неограниченном режиме, и все, они все проверят. Ну, и да. Спамят, мама не горюй. Ну, я много чего учел. Вот. Но делать ни хера не будешь, я очень надеюсь. Не, я буду меньшего масштаба карты делать. Такие большие вообще нельзя. Вообще, где вот такие, как поменьше. Сталинград, только вот немножко длиннее, и все, вообще идеально. Некуда, нет предела совершенства. Не больше Сталинграда. Карта в Нормандии была большой, но она очень хорошая. А, ну, кстати, да. Правильно! Нормально. Типа, ну, да, пока линия фронта не сдвинулась, арты было невозможно. Ну, как-нибудь Иводзиму им проведи как-нибудь. Кстати, на день Д одна из самых стабильных и самых таких держал центр где-то родных. Че? Что? Ну типа, блин, как я их уже слушал. Че они там сидели? Мы не понимаем, по-русски. Кого ты там пушил? Это у него это заикание, бля, после этих битв ебаных. Шок. Шизу словил, ёп. Данил, пуля из монитора вылетела. Скорее всего, говно. Так, все, спасибо за игру. Давайте. Давай, наберешь. Давай, да.